Уровень культуры вождения в Иванове оставляет желать лучшего. Вот уже неделю на площади Победы ремонтные работы, из-за чего пришлось серьезно изменить схему движения автомобилей. От четырехполосного отрезка улицы Варенцовой осталась лишь одна свободная полоса. Ее решили на время сделать выделенной для общественного транспорта. Для легковых авто предусмотрена схема объезда, установленные дорожные знаки. Впрочем, кирпич для водителей не повод менять маршрут. Знаки почему не обращают внимания на знаки? Когда на перекрестке разрешено движение прямо и направо. Здесь дорожные работы ведутся. Я вам показываю, вы даже не смотрите. Что вы невнимательны? Здесь можно, да, объехать? Я же показываю. Впредь внимательны на будущее. Прям проезжайте. Дорожную ситуацию на Победе, иначе как анархией, не назовешь. Инспекторы ДПС ведут с автолюбителями профилактическую работу. Объясняют, что проезд закрыт. К сожалению, правила соблюдают лишь когда на перекрестке стоит регулировщик. И то находятся нарушители, успевающие проскочить на выделенную полосу. Наша главная задача – это обеспечение безопасности дорожного движения, а не наказание. На данный момент к водителям транспортных средств, которые не совсем внимательны к временным дорожным знакам и к изменению организации дорожного движения на данном участке, принимаются лишь профилактические меры. Административных мер пока не принимается. Из-за невнимательности водителей на перекрестке постоянный затор. Скорость движения не превышает 5 км в час. Дорожные полицейские рекомендуют пользоваться разработанной схемой объезда. Однако, несмотря на знаки и временную разметку, автомобилисты продолжают двигаться привычным маршрутом, нарушая правила и создавая угрозу аварий. Здравствуйте, инспектор ДПС Аршан Запрячин. На данном перекрестке установлены знаки прямо и направо. Чего не внимательно обращаетесь? Да, я невнимательно. Уже пятница, уже не хочется ничего. Все понятно, все устали. Давайте повнимательнее на будущее. Сейчас прямо вам. Пока инспекторы ограничиваются профилактическими работами, но напоминают, что за выезд на полосу для общественного транспорта грозит штраф 1500 рублей. Чтобы сэкономить деньги, время и нервы, лучше прокладывать маршрут, минуя площадь Победы. Временные неудобства продлятся до 18 августа. К этому моменту ремонтные работы должны завершить. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.